Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поднять такую актуальную тему, как антиквариат и личная гигиена. Я очень много смотрю видео по антиквариату в YouTube, сам иногда выставляю, но вот заметил такую вещь, что никто не показывает личную защиту от того, с чем мы соприкасаемся. А соприкасаемся мы, к сожалению, иногда с очень-очень опасными вещами. И я хочу вас предостеречь и показать, что, в принципе, лично я использую для того, чтобы как-то предохраниться от болезней, чтобы не подхватить ничего лишнего. Так как я живу в Испании, у нас страна теплая, то есть всякой заразы очень много. Вот, например, хочу вам показать на примере книги. Попала мне старинная книга, вот это словарь, видите, в каком он таком очень плохом состоянии, но в принципе для лет сколько он имеет, это в принципе еще хорошо. И вот мы видим странички всякие желтые, все, и мы иногда это все берем руками, не задумываемся, где он лежал, как он лежал, да? И получается, что у нас? Ну, взяли в руки, там, после этого помыли руки, не помыли, иногда не обращаем внимания. Так вот, дорогие мои друзья, когда вы берете какие-то старые предметы, особенно в пыли, приносите домой, прежде чем положить это все на полку, обязательно обработайте книжечку. И я вам сейчас покажу, как я делаю, дезинфицирую вот эти вот вещи. Это очень просто, но оно предохранит, чтобы вы не принесли домой никакую заразу. Но что я делаю? В первую очередь, когда вы обрабатываете, обязательно одевайте перчатки. Купите упаковку простых резиновых перчаток и используйте. Вот пачка там 100 штук, используйте до посинения эти перчатки. Но обрабатывайте все только, чистите только в перчатках. Дальше. В первую очередь, что я делаю? Элементарно. Берете, вот я в такой распрыскиватель наливаю просто чистый спирт. Чистый спирт 96 градусов. Он у нас продается в Испании везде и во всем мире. Спирт, он и в Африке спирт. Набрали в распылитель спирта, опрыскали и все обработали, и тряпочкой протерли. И у вас получается, это уже обработанная книжечка, и у вас получается нормальная сверху книжечка, да? Для пущей важности я еще относительно недавно стал использовать ультрафиолет. То есть ультрафиолет включается, и мы обрабатываем еще поверхность ультрафиолетом. Кстати, я его купил, но мне кажется, он немножко слабоватый, я его хочу переделать. Он работает от аккумулятора и, на мой взгляд, немножко слабоват. Его надо постоянно заряжать. Я его сделаю, чтобы он работал 220 вольт. Вот, ну не суть. То есть ультрафиолет, обработать ультрафиолетом, это тоже очень-очень хорошо. И дальше, когда, конечно, вот, например, по примеру книги, что получается? Обработали вы сверху все, а внутри каждую страничку, это же естественно не обработаешь, да? Поэтому, когда вы видите вот документальные фильмы, там, реставраторы, все они работают в перчатках. И конечно, это для того, чтобы не передавать свои жирные какие-то руки наши, все равно жирные эти пятна на бумагу, все это понятно. Но в то же время это гигиена, это предохраняет вас поймать какую-то заразу, да? Потому что книги разные бывают, и 800-го года, и 700-го года, и всякие там штучки, вот эти вот заразы, все-таки они долго лет сохраняются. Поэтому я считаю, что лучше себя предохранить. Вот. И естественно, после того, как вы все сделали, когда вы пообщались с какими-то старинными предметами, обязательно мойте руки.
Обязательно. Вот, в принципе, что я вам хотел рассказать сегодня, поделиться своими мыслями. До новых встреч, друзья. Спасибо за внимание. Всем удачного поиска антиквариата. Всем всего хорошего.